Мы сегодня в ресторане «Облака». Сегодня здесь будут проходить армфайты, которые организует Вадим Акперов. Я надеюсь, мы увидим интересные зрелищные поединки. Ну а вам приятного просмотра. Так, какие у нас сегодня ожидаются поединки? Сегодня просто огонь. Так. Огонь у нас... Вчера вы смотрели пресс-конференцию? Нет, к сожалению, не посмотрел. У нас очень интересная была пресс-конференция, и все ребята... Заряжены? Просто кошмар, я не ожидал. Я думал, знаешь, вроде наши все, там друг на друга тяжело нас... Нет, вообще нет. Все пришли за победой. Тебе лично какой поединок? Нет, мне на самом деле все поединки. Вот смотрите, сейчас я хочу по полочкам определить, да? Убери пока телефон. Вот смотри, по полочкам. Ортан Скяев, Артур Макаров. Сейчас все скажут, неинтересный поединок. Как то? Если бы вы вчера услышали Артана, какой он приехал, да, сюда и с каким настроем. Угу. Это я вчера, если честно, я подумал, что ну, с такими амбициями он пришел выиграть 5-0. Ну, а вот остальные поединки, я просто не слышал хейта, да, насчет их, что там интересно или неинтересно. Вот в остальном все поединки интересны. Но тут типа говорят очевидно, но нет, ребята, я просто не могу понять. Нету непобедимого человека. Хаджимурат Залоев – это элита, это вот на него можно молиться, да, в армрестлинге, если взять, говорить, что он не может проиграть? Ну, Георгий ты показал, понял, да? Что не может. Будем говорить об этом на камеру, да? Но случилось же. Да. И также все в этой жизни проиграли. Да. Все в этой жизни проиграли. Почему не может проиграть фаворит? Да. Расскажи, как ты готовился к Артуру? У тебя на него зуб, мне кажется, да, с России есть? Есть чуть-чуть такое дело. Ну, готовился помаленьку. Не особо не готовился, но старался как мог, так и готовился. Есть какой-то план? Есть Тактика. Планы, но если не сработает, то будет хорошо. Ну-ка, раскрой нам секрет, что за план. Мы ему не расскажем. Что покажет? Соперник, ни в коем случае нельзя его недооценивать. Наверное, опыта не хватит. Возможно, но я выложился на полную. Да. То есть я старался как мог. И... Ты прям готовился, да? Старался, да, выиграть. Но у тебя опыт еще такой, ты постоянно, да? Ну, армфайты у тебя тем все Тем более у нас были уже с ним поединки, и мы с ним боролись в 2019 году, в 2020 году, в 2021 году. Я не скажу, что это прям был такой поединок, потому что он был немножко неравный, потому что он забился с Аланом Залоевым и полностью уставший вышел на меня. То есть жеребьевка сыграла не в его пользу. А в 2019-2020 год мы с Тимом боролись достаточно свежими. Я его, конечно, те года выигрывал, но парень с каждым годом набирает, потому что он ну, достаточно недавно борется, ну, какие-то 3 года я его вижу на России. И с каждый раз мне с ним бороться тяжелее. То есть, парень добавляет, он старается. Ну ты знаешь, да, уже ключики какие-то. Да, как ну естественно, конечно. Потому что понимаешь, это все с опытом приходит. Я думаю, у него тоже все впереди. Он наберется этого опыта и будет также пользоваться этим. Вы уже встречались с Зауром, ну, боролись на России-то, да, по-моему? Да, на России боролись, я ему проиграл на правую руку, а он мне чуть на левую проиграл. Ну, ты какие-нибудь выводы сделал, как какую-то тактику там.
разработал на выводы, правой руке. Выводы, да, выводы, выводы сделал, тактику разработал, все увидите за столом. Да, реванш будет? Ну, я для этого и приперся сюда, на самом деле, здесь за 3-9 земель, чтобы понять, что не так, что было не так на чемпионате России, как бы. Кроме твоего армфайта, какое и тебе еще интересно? Вот Милана сейчас бороться будет. Угу. Вот я хочу на нее посмотреть. И так, не знаю, честно говоря, остальные меня не впечатляют особо. Да, ну, как бы они уже друг с другом боролись. Там кто-то в форме, кто-то не в форме, кто-то готов, кто-то не готов. Поэтому, вот так. Ну, еще вот Колесниченко, Баркинхоев. Будем надеяться, что они покажут красивую борьбу. У вас был, наверное, самый интересный на данный момент, по крайней мере, армфайт. Как ощущение? Отлично. У меня очень достойная соперница была, это Ольга Терпелова. Она 3 раза подряд меня выигрывала на каких-то чемпионатах, на чемпионате России. Ну, нет, взяла матч. Мы просто хорошо дружим, и у нас как бы такой агрессивной борьбы нет. С каким счетом сейчас? 3-2, да? Почему проиграла пару раундов? Нет, Оля очень сильная девочка. Но в первом поединке я просто в захвате чуть-чуть уступила, и поэтому... Ну, вас, да. А во втором поединке по фолам проиграла. Первый сход локтя, а потом этот... А потом на судейском движение было. Ну, как мне показалось, движения не было, но если так решили судьи, то пусть и будет. Ну, ты довольна своим выступлением? Конечно, довольна. Конечно, мой прогноз был чуть-чуть другой. Какой? 4-1. Ну, ничего страшного. Как сегодня настрой?
как всегда, желание борьбы неимоверно просто. Дайте мне руку Адама. То есть, как, ты специально готовился к своему сопернику? Нет, я не готовился. Я готовился к чемпионату мира. Вот как Рома ездил от Дербента к Махачкале. Подготовка у него. Ну, у меня примерно такая же. Какой тебе поединок здесь больше всего интересен? Ну, два поединка. Это Коля Колесниченко с Адамом Бакенхоевым и Жорик Тутиев. Ага. С Ромой Филипповым. Чем тебе интересен с Бакенхоевым Колесниченко? Ну, Адам очень резкий и очень неудобный. Он, ну, продавливает глубоко, как бы это фирменная его техника, да. А Коля очень вязкий и очень физически сильный. Как бы, я думаю, что у Адама хороший шанс есть. Да? Ну, я думаю, да. Все опять же будет зависеть от правильного настроя и быстрого старта, я думаю. Поздравляю тебя с победой. Спасибо большое. Вообще, ну, если честно, сам не ожидал. Я, если честно, ставил на Николая. Как у тебя так получилось? Не знаю, если честно. Я делал то, что я умею, задерживал. И, ну, я почувствовал, что, ну, могу я тоже держать. Ну, так получилось, выиграл. Значит, я подготовился лучше, чем он. Нашел какую-то технику или что? Какое-то слабое место? Нет. Он очень сильный и вверх, везде. Ну, просто, блин, так получилось. Я просто, я свою две делаю всегда. Вот делал и делал, не знаю, так получилось. Слушай, ну я видел, ты начал хитрить. Начал там где-то фол, там раз локоть. Да, я когда зашел, я подумал, блин, лучше я его со старта постараюсь выиграть. Зачем мне зарубаться? Я вот так снял, чтобы не забиться. А потом со старта выиграл. Ага. Ну, красавчик, да. Поздравляю. Спасибо большое. Как ты готовился к армфайту своему, расскажи. Да как, не успел подготовиться. Ты за сколько узнал об армфайте? Ну, где-то за неделю, наверное. За неделю? За неделю, да, предложили. Ага. Ну, не получилось вот даже у грузинских спортсменов визу получить, да, насколько я понимаю. И, ну, вот, предложили мне. Ну и ты как, сразу согласился, да? Ну, любитель. Взял несколько часов на раздумье. Ну, потом согласился. Ну, ты никогда не отказываешься бороться. Всегда. Не, ну было же предложение там в январе. Там, правда, Ташинов был турнир, поэтому отказался. Да. Ну,
да. В принципе, не стараюсь не отказываться. Ну, ты с Георгием боролся когда-нибудь? Нет, ни разу. Никогда? Ни разу. Мы не боролись, не встречались, так что. Да. Есть какой-то план? План? На выносливость? Так такового нету. Посмотрим. Рома вообще уникальный персонаж, он может замучить кого угодно. То есть неоднократно многие наблюдали, как он в абсолютке себя проявляет, да. То есть ему не важно, что в категории он борется, у него затяжные поединки, что выходит с тяжами, борется, такие же затяжные поединки. То есть он катастрофически просто опытный и может навязать Жорику свою борьбу. То есть если Георгий сможет совладать, да, с эмоциями, не повестись, я думаю... получится. У тебя, мне кажется, сегодня самый интересный армфайт. Да, я тоже так считаю, да. Ты какой-то запыханный, что случилось? Готовишься? Не, я же переживаю перед армфайтом. Так. Ну, как думаешь, как он пройдет? Вообще непонятно. Никто не знает. Ну вот у кого угодно спроси, никто тебе не ответит на этот вопрос. Ну, у тебя есть какой-то план? Нет, никакого плана. Буду бороться, как борюсь, так буду бороться, там посмотрим. Ну вот над выносливостью работал как-нибудь? Я же не знал, что с ним буду бороться. А, да. Да, я не знал, есть, ну, под него конкретно я подготовился как-нибудь. Ну, ты в форме, да? Ну, если брать мою категорию, то да, я в форме, нормально. Очень интересно, реально поединок вечером. Не его поставили в конце. Очень круто. В данном поединке все-таки чуть-чуть больше преимущества у Георгия. У него хорошая бочина, и Роме, ну, тяжело. То есть Рома работает на грани, а Георгий с небольшим запасом. Филиппов Георг и Адам Калинченко, да, правильно сказал, Калинченко, да, как бы все, вообще все пары, которые были, я заранее посмотрел, грубо говоря, их поединки на ютубе, как, у кого какие преимущества, но я сразу понимал, что именно самая заруба вот будет в этих двух пар. Ну и девчонки просто было тоже потрясающе. Но все-таки мне, как парню, было интересно мужские, как бы, спарринги, поэтому просто мне аж в какой-то момент, мне кажется, ЦНС перегрузилась. Просто очень круто, очень круто. Вадим прямо, во-первых, красавчик. В этом плане, блин, просто он сделал бомбовый турнир.